едины. Так, все готовы, соответственно. Геру дали. Играем по Волнару. РДД, главное не посадите, пожалуйста. Вихрь, Ренджу набрали. Сейф куда? Отдал. Ставлю обратно на центр. Темные ядра, пожалуйста, не цепляем. Лиса, забирай. Вина 32 стака. Завязывай. Постой немного. От Алдара мы играем. Мне. Кинетика на центр. Подбиваем, подбиваем, ребят. Чуть подольше будем играть, зато убьем нахуй. По Келисету только точечно, ребят. Кто может, кто не может, значит стойте, блять, от Алдарама у Волонара. Будем давать Геру после 50. Уже Гера была. О, блять, чуть принял. Че, нормально? Смена цели сейчас будет. По Ланару играем. Вихрь, Ренджу набрали. Дал просейв. Набирайте Ренджу, не слакайте с этим. Ставлю на центр. Где стак, непонятно. За стаками следим. Блять, кинетику, ребят. Контакт следим прохил. За этим. Прохиливайте мамоедика. В чем проблема? Мосс, дай БР, если есть. Но если добежишь до него. Если не добежишь, значит нет. Вихрь. Вихрь. Просто его нету. На центр обратно ставлю. По Талдарам мы играем. Много стаков, ДДшники, не набирайте. Вас прохилить, блять, сложнее, чем там, например. Ну, сама подбей, зайди. Убиваем РДДшники. Не чисто в босса играем. Цева, я рядом стою, Манару 3, как ты так дай. Сзади тебя. На Твинси дай ему народ. Пинер, пожалуйста. Мама Едика прохил, пробав. Далеко не могу бафнуть. Пробую через остальных. Ага, все, баф. На этика надо боссами. Хорошо. Так, по Келисету. Только точечно, ребят. Кто умеет? Лиса, сколько у тебя сфер? 3. Пропадает они быстро. Так. Ну, с меня сейчас минимум сферу сорвал. Аккуратненько, ребят, я же говорю, без АУЕ, пожалуйста. У вас Т4 бывает АУЕшит. Я не помню, блядь, у каких классов. Флоков, магов. Пара флоков. Волонара доливаем 4% быстрее. У ШП также. Заплатишь. Не, ну я просто напоминаю, вихрь. Все, отлично. Давай, катушка. Вайда, пожалуйста, ресница.
класс. Хоть что-то другое. Вообще на танка нашу. Мне он, кстати, не нужен. Голем. Башка никому не нужна, да? На офспек, если можно. Так. Угу. Соответственно, это я там посмотрю еще. Так, танк, плащ. Там, Джурали. Ульти на оф у нас с Элисой есть уже. Мидвей забирай на оф. Да, я этот, сейчас по ИПГПшке посмотрю. Кольцо. Вижу. Хорошо. Я понял, я вижу, блин, это хорошо. Давай. Блять, вот почему только падает тот мод, который у меня есть, а которого у меня нет, и который я хочу, вообще не падает, блядь. Изучи. Чтобы было тоначить на другое, а не на плащ. Оно уже второе когда падает, да? Там же по разве не забирал Ширу с хитом? Я могу с духом, в принципе, дать тогда, это не надо. А у него как-то... Это наш ПМ, так-то и конкретно мы имеем. Ну, да, это, просто... это бизнес ШП. Серьезно? Ну, да. Я, блядь, 10 лет за приста играю, типа не знаю, вообще-то не к этому говорила. Так. Кольцо с духом там нахуй никому, никто вроде не ролил, если ну, блядь, да, не ну, это память. Не надо. Ну, кольцо с духом я в себе на ОВ забрал. Ну, значит, ШП отдай Зелу. Ну, с этим щитом. А, оно же не с духом. Че, никому не надо? Ход там кидай, на... Трейд. Нет. Нахуй. Ну, понятно, значит. Нахуй. Так, Тайгр бошку хотел Джурада на ОФ. На ОФ. Там, да, я что-то лапишь. На мэй нажал, нечаянно, извиняюсь. Перепутал. 85. 57 команд, ебать. А если кому надо, пусть берут, потому что... Никому нахуй не надо, успокойся. Ага. Ой, блядь, так же на мэйн нажал, да похуй. А это можно ролить, потому что у меня вторая мишка? Смотри, ну тут приоритетом идет. Наша дал. Ну, короче, я вам себе пишу и смотрим, чем кому там нужно. На похуй на мэйн нажал. Когда эта башка была бисовой, на мутиков, на. Но потом появился корабли, блядь, и стало не бисовой. Нет, не на 2 спека. Кто на 2 спека ролит? Вот ты мне покажи, кто на 2 спека ролит. Когда говорятся на офспек, ролят все, блядь, на офспек. Когда говорится мейнспек, ролит только он по мейнспеку. Он ролит на аркана, трубой. Ну, что ролил? Ну, так он ролит на ДД. Ты мне лутера дай. А, да, правильно, да. Он ролил на офспек пан, потому что танкам не надо было. Потом Мидвейс ролил. Так, где ты, блядь? Четвертый пати. 15, да? А лантаг мы будем бить? Пану будем. После валик. Так, все, забрал? Угу. Давай, добежишь. Так, череп, крест, приоритет ваш. Так, что ты там? Ты только не добежал, но добежишь. Ага. Играем по трэш. Не мое кольцо с духом. Ну дашь обмен шпшки, почем проблема? А, давай, кидай. Ну что, время не вышло? Нет. Алиса, алло, ты будешь забирать мобов? Или они меня нахуй сейчас шотнут? Ну, там кто-то забрал, все. Блять, Субжир, это кто там? Кого забрал? Угу. Заливайте мобов. Люблю паладинов и тех персонажей, у кого есть больше, чем один таун. Угу. Паладином просто навелся, блять, на красного на персонажа, блять. Нажал один таун и забрался на всех там. Трех. Нельзя все. Так, а зачем 300 хп, если он 15-7 зачапить? И получить и броню, блядь, и стамину. По повелительнице льда играйте, пожалуйста, РДД.
Жиратов у меня. Сейчас поужать. Но 300 хп не апается процентным, то есть отказ. Отлично. А паладинам сила дает вообще уклон плюс агрона. Ой, не уклон, а блок щитом не варом так же. По хантам кулак пан. Клинит куда ушел. Клинит опнулся на мою хуйпашку. Джованни, давай врать. Уйти надо. Джованни, купи амитрин один. Или возьми там 50 одре стоит. Если слышишь меня, плюс они в ней. Зачем на танком мистерию кидать? Да, ты в рейд. Джованни, возьми амитрин. Если есть дживс, я тебе могу с банка дать. Да, отлично, сейчас поставлю. Что трэш. Тем, сделаешь мне камень один? На СПД и крыль. На и скорость. А на холи приста это нормальный, блядь, кольцо, кстати. Ой, Нара? Ну да, типа, но там крит, правда, супер. Хотя тут за я видел нормальное кольцо. Вообще-то память Малиоса, бис на холи приста. Да. Память СРС. А, ну, бля, на туре я забыл, нахуй, синдру есть, ебать. Давно синдру не убивали, нахуй. Давайте по охотнице побыстрее сыграли. Да я бы сараски брал, но это зависит от маны, нахуй. Терески и память. Настя, где там, нахуй, уже? Меня отвлекли, я тебя уронил. Потому что меня отвлекаешь. Саджира, бля, я тебе что, хуёво проплатил, нахуй, что? Игнорь, блядь. Игнорь, нахуй. Вот если тебе Саджира будет давать по 10к, нахуй, тогда отвлекайся, ёпта, в чем проблема-то? Да. Твися может не только хитить, а может еще и убивать. О, чё? Нет, мастера. Чё, ага, есть мастер, резко? Нет, нет. А давай тебя, Арна. Чё-то не получается, не срабатывает, ну-ка. А как резать шамана? Да успокойся, нажимаешь. Поднимите его упырем, чего вы паритесь? Не настроилось, что-то, ну, хочет в него волну кастовать. Так ты в бою. А, ну ладно. Маленький шаман, который смог уснуть в бою, да? В бою не вышел. А что, теперь вышли, нет? Не получается. Какой-то войд сзади стоит, нахуй. Давай, давай, вставай. Дай маме, блядь. Да, прибежал. Нельзя пробежать сюда. О, хорош хант, блядь, вообще красавчик, нахуй. Это кто, резко упустите? О, на войда пошел копье, да? И на кого, блядь? А, о, вот. Нет. Меня фаркли резко. Сука, кого не... О. Учись, холи паладин. Продам копье. Продал бы. И коммерсант. Чё, блядь, сейчас паладин? Ух, не смей, не паладин играть. Либо ты паладин? Ты же одна. Нехуй мне делать. Ты чё, Юля, я ещё тут буду этих бомжей хилить? Ну нахуй вам, да, блядь. Я это услышал, я услышал это, нахуй. Запомнил, услышал, нахуй. Эй, хил, это не совместимые вещи, нахуй. Могу только за ретрика флешками похилить, если нахуй. Вот крутые ретрики. А чё, ретриком не хочешь похилить вальками? А изи гоу похилю. Бля, чё ты тут вальку, сука, я ещё не понимаю, как её хилить, блядь. Я вообще-то умею холипалами играть, или ты чё?
Что, давайте варам похилим. Так, рыбы я поставил. Так. Шкаф можно? Да, шкаф поставь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вышел зайчик погулять. Ну чё, Юля, сколько въебешь? Мне, блядь, надо было, вот честно, вот никогда я не подумала, что такое скажу, но надо было тактику в интернете посмотреть. Потому что я хилом никогда не была на вальке, вот за все эти годы. Никогда. Поэтому я не понимаю, как тут всё работает, сколько стаков можно набирать. 300 баф, вот... как Джованни понял. Кто-то о. Знает? Тут стаки собираешь, ебать. В смысле стаки? Меня тогда сваншотило, я стаков набрала. Ну тут 20, походу, максимум, потом... На скольки тебя сваншотило, вот и запомни. Так, я справа или слева стоит? Тут собирается определенное количество стаков, скидывается так, кто... и потом опять заново. Блять, мастер, ну, кто у нас хилил? Твисси, Зоил, нахуй, на этот. Как... Твисси, или Мосса? Мосса? Или... Да, Эршам и я. Кстати, а тут пашет нахуй через краба, либо через это, блядь, через доспех на хила. Так, Войд, давай, полетаешь с Твисси. Далее, соответственно, милишники, ваш приоритет, это подавитель, разгром, магия Пуджи, от Пуджи и ОЕ. Далее, РДДшники, ваш разгром, магия Кособокий, Пуджи, от Пуджи и ОЕ. Катки, 4 ханта, этот, должно хоть, блядь, все это поле залиться катками. Здесь тоже понятно. Вот, а есть у тебя другой тотем? Лучше выходим, не забываем. Чек на готов. Кто там говорил Дживса, я поставил, да? Давай, где Дживс? Возле ухода. Да. Еще раз повторить, кто хилит. Хилит, Лайждан, Твинси. Киньте МК по Аршаме и пусти. А тебе что надо? Сами Твинси. Чувствую, а все есть, кроме него, да? А ну серьезно, величайший цикрон есть этот. Цикрон? Циркон. Крахалин, блядь. Чего янтарь тебе есть. Рубин. СПД. Юля, дай тебе его козула. Обмен кинь. Дай тебе. У меня даже гессонит есть, ебаный в рот. В ГБ он. Давай мне, я не откажусь. Давай, Зоил. Дай тебе МК. Да не надо, нахуй, в ГБ закинь. Справа МК по Твинси, дайте маг. Спелл мастер, дай по. Вися, ты меня МК. Будешь ждать там? Летаешь по часовой, чек на готовность. Разберемся, вот. Не знаю, как мы полетаем. Что, дали МК? Ты просто, ну, я за тобой угнаться не смогу. На отчет на пол. На хвосте висина. Преследуй. Ой, ты знаешь, как сили тут? Главное, много стаков не набери. Подавители, подавители. Не, в смысле, быстрина, две волны. Подавители, пошли играть под подавителем. Быстрина, две волны, если не откатилась быстрина, просто даешь цепуху еще раз волну. И так по кадену. Я не соображаю. Просто после волны и быстрины, 20% быстрее как раз. Разгром. Ну это не забывай себя похиливать. Там лучедана нету в счетах? Ну? Он там не пиздил в счеты, ну? Сейчас подавитель будет. Подавителя. Стаков у тебя. Войт, наверное, рот открыл, язык на бок хуярит. Разгром слева. Ну что, мне предлагаешь на другой, да, перебежать? Я тоже на другой. Лол. Лол, кек, чебурек, да?
А, подожди. Боже, ну давай. Ты пропускай, вот, пошли. Мы шаман еще такого, я такое. Ждановский голос. Подавители. Ты пуху не кидаешь, блин. Я не заебываю. Стаков мне надо скидывать, а потом будет. На 20 или 25, смотри, mm-hmm. как дамаг будешь получен. Трэш с меня. Скидывай, там народ. Разгром. Кашка, да, я нет. Вижу, я напротив. Полечу с другой стороны. Блять, пробел. Нет, тебя хильнул. У тебя уже есть 20. Еще раз. Ой, да, 17. Тебя не пробивает твой сильный. Ну так где-то обход 25 стаков, потом пропускаете портал для себя. Подавитель. Разгром. Слева. Хуёвый, блядь, дурный нахуй. Трэш умирает, да? Вот пиздели разгрома так, что я даже в таргет не успел. Да, у разгрома было бычки 300 кп. Да, спали. Да, это да, не забывай, тут не надо этот слишком быстро нахуй. Много, точнее, стаков набирать. Набери 20 и рост, да и все. Двадцать, по-моему, много бить будут. Подавите. Тебе надо больше прохиливали постоянно. Ты не брала 20. Есть еще вариант собирать по 10-15. Разгром справа. Давайте, на. Я не думаю, что нафиг не надо. Че это? Тут иди рядом, я тут есть. А, у тебя там есть? Ну да. Что через костью хилю? А он доспех включен? Мы с тобой рубынцы. Подавитель. Подавитель. Бадди пока. Калечно летают. Разгром справа. Может Геру? По 18. Ну дайте Геру, да. Пробуем. ПС-ка. Опа. Паладин, накидайте возложение. Под крыльями желательно. Охуярят, охуярят. Стаки спали? Я сдох. Ты сдохла? Да, нормально, захилили почти. Подавители сейчас будут. Бля, надо мне посмотреть хулипалок, как тут вообще все хилится. Одной кнопкой. Аж интересно. Да, даже, блядь, что-то. Промах. Чё за промах-то, блядь, не пойму, а? У кого свои проблемы, да? Кто по захилу, чё за промах? Чё за хитти все вальку, но... Винта, не надо. Я уже не захочу. Блядь, я не ту трапу кинул. Чё с водой дохили? Чё там осталось? 4 стакана. Угу, я сейчас два раза остановлюсь.
Бейстро, бейстро почти. О, хорошо. Почему мне нажали 20, три да? кольца. Да, блядь, три нахуй штаны, блин, наполетал. Пожалуйста, шея или кольцо. Два шлема, хорош. Это, сука, топовый лут, нахуй. Спасибо за шмот на танка. Нихихуды, Павла. Ты видел эти шлемы? Ничего себе. Шаманом кто-то выглядел три кольца, нахуй, гурский, блядь. Ты что-то не видишь, блядь? Они там есть, нахуй, эти три кольца. Да, шлем метели. Нужен кому-то, нахуй, говно. А что это нет. такое, ну-ка? На кого это? Говно без костей. Да нахуй, тут уже никому нихуя не надо, я так думаю, блядь. Просто так, чё. Поноси, да? Тебе два или один? Ну вот это просто полная бредятина, нахуй. Дизнишь, ёпта, сам нахуй. Я даже не знаю, но... Ну ща куда идём? На лану. Буду собирать бесхостового Эршама когда-нибудь. Зато там левел будет. Ну скажи, блядь. Посмотрим, что там успокоится. Скажи нахуй, слышишь, Войт? Я кастую медленно, но очень сильно. Ща-ща, пацаны, подождите, блядь, я кастую, да? Быстрее. Такой 4 секунды просто. Хуя критом, блядь, а нахуй. Гирский шаман, блядь. Ну хуя, как раз там будет по 100 тысяч танков. Бесполезный лут, нахуй, в этом целом. Будешь хилить на будущее, блядь. Да, блядь, мне нужна колба, ёбаный в рот, нахуй. Давай профу. Да, сука, не падает, я, блядь, сука, за одну историю и то я, блядь, целка не был, нахуй. Упала, блядь. Го, задонатим Тёме колбу, нахуй, скинемся, блядь. Задонайте мне на Глор, он тоже не падает. Глора дороже стоит. Глора, блядь, там, нахуй, половина зарплаты, ёбаный в рот, месячный. Да ладно, вы уже можете мне на ретрикошем задонать. Что на дорогие СКА подарили, блядь. По лейтенанту тактика контролем. Но только ему обычку нахуй. Блять, Алиса, забирай. Ну, мне а, можно да. и обычный шлем, не надо герб. Да. По черепу. Я тебе на ханта топорик нахуй заначу. Не, спасибо, я, блядь, двуручку не снимаю. Вот главное, слышишь, висит на мне стаки нахуй, и даже со стаками он не снимает, ёпту. Кстати, а ты гурский не хочешь попробовать топорик этот, блядь, с джайнами, с силами? Куда она? На ханта? Да. Бля, чё там он сделал? Джайны, да? Ля, если ханта в силу вбить. И чё будет? Не, ну если крит кап собран, можно... Ну, блядь, это как Войд будет кастовать, так и я, нахуй, рядом стану с ним, и он, блядь, будет кастовать, а я буду сильно бить. Не будем, блядь, в топе, еще арену пойдем, апнем гладом, блядь, сука, в силу, нахуй. Шаманов дух собрать, блядь. Ты будешь долго кастовать, а я буду, блядь, очень сильно танчить, блядь, на арене в центре. Танков с Вагилы соберем, нахуй. О, мы тут. Я. Ебать, мне сейчас чуть нахуй не забрали. Зато агро хорошее будет. Можно я? Ну вы агрите хотя бы, блядь, по чуть-чуть. По тактику по одному играем, по черепу. Быстрее. А чё, сейчас будете пилить новую тактику какую-то? Какая новая тактика? Просто под боссом все стали в одну кучку. Ну, ханты, это на моем минимальном рынке. Минимальный. Максимальный. Максимальный. Под босса для автоатак. Всё, блядь. Я могу и по автоатаке, и пойти покурить заодно, пока вы убьете. И там в чем эта фишка? Не, а в чем эта фишка, блядь? Нету, ну зачем? Маз дамага. Маз дамага нету, а этот просто бьешь на. ДПС не теряется при сбежках на покрове. Не по крови, а там, блядь. Можно бить вообще? Что это на мило? Что сделать? Ну, типа, а так можно бить вообще? Ну так все бьют топовые. Ну не все, сам милый так не бьют. Так а или люди. Что поделать? Ну, сколько видел, все били на кейбл, не влетели. Я Асгардов не посмотрел, кстати.
Ты тоже так? Блять, ребят, какого хуя вы агрите? Раньше времени даже танки не пошли, а? Блять, и народ не порезали, пиздец. На трэше хотите повайпаться? Агоу. По черепу играем. Блять, где он, нахуй? Нет, зачем. Я потом посмотрю, блять, если найду этого сенсори, как он будет. Сенсори? Сенсори пиздатый, да, ребят? Знаю, я просто так его, блядь. Ты его в ПВП убивал, чё? Я ДПС посмотреть, сколько они дают, хотел. Сенсор я смотрел зарядки 25 хэм, там чё-то 25 хэм. Порезали народ. Блядь, мы что-то падаем. Какая-то вата, блядь. Забираешь у турбойса титул. Смотри, ничего себе, сколько я падал, ёба, 7 раз. Походу больше... А, варом, да? Побил все рекорды, нахуй. Блин, я макро... Если чё, фиряешь этот пан трусы. Играем по черепу. По череп. Ой, там N25 обычки. Обычно так тебе говорили, да? Да. Тут нету смысла обычно играть. С каким-то ДПСом. Тёма, там дальше трэш чистить не будем. Мы ходим каждую десятку, 25-ку и никогда не знаем, там трэш не будет. Не даже в десятке. А чё, мы не вот сильные, блядь? Заубили нахуй. Ну, посмотрим. На самом деле, просто Тёма там хочет боешку лутать. Нет. По трусам играем. Блять, ещё воля проклята. Отличие этой тактики, просто все стоят в одной кучке, блядь, и перед 10 секунд перед взлеткой все разбегаются, занимают позиции так, чтобы чтобы не дамажило массам на взлет. После взлетки. Ой, точнее, после эфира. У тебя тактика, больше нечего рассказывать, все остальное так же? Да, все, все, лужи выбегаются. Соответственно, рыбу вам ставлю. Рыбу я вам поставил, далее, по тактике, соответственно, стоим под боссом фанты на минимальном рендже, на том, котором вы можете бить, соответственно, стрелять. Далее. С пактом вы, соответственно, ханты будут подбегать. Остальные это просто стоите на месте, бьете. С тенями на также будет по стеночке выбежать. Дальше. Этот, как его? После того, как фернет леди, соответственно, ребят. Как его? Маз диспелом узел. Соответственно, остальные после фира набираем рейндж 10, чтобы вас не шотнуло. Набираем рейнджу, встаем по проживаем 10 секунд, встаем также под жопу босса и все так же, то же самое делаем. Главное, перед тем, как взлетит, надо набрать рейндж. После фира. 10, понятно. Кого перекинуть? Игорь. А че он постоянно оффается-то, блядь, с дискорда? Не знаю. Глеб пришел. Надеюсь, понятно. Как хилить за шаман? Легко. Покурите потом. Чек на готовность. Алиса, ты... Кто опять офнулся? Игорь? Опять? Нет. Твинься. Чё, есть желающие в гильдию вступить? С пугов. Твинься тут, нет? Мы будем заставлять вас качать шаманов, потому что я не...
А, Войд, тебе походу надо оставить вара, блядь, за стороной. Тут будет сложно, если на тебя лужа кинется, ты пизда, на. Так, пускай его сразу сольёт. Либо ты сразу зеркало словил и умер, на. Я подбегу, и первые же тени на меня снесут просто, и всё, я подбегу с... Ну, где вот, справа или слева от босса. Сука! Сука, твою мать, сука, рота ебаная, нахуй. Бля, сука. Походу, кошка опять, да? Кот. Да, походу, уже кошка. Бурский. Мидвей. Да не, он пивас разлил по-любому. У, фласку надо выпить. На тупи. Алиса. Мидвей, только тебя жду. Эвинар. А? Всё. А? Где стоять-то будем? Расскажи тихо-тихо. Под боссом говорили. Надеюсь, меня не будут хилить. Я сам же не замечаю, когда себя хилю. Перекинь себя в 8-ю пати просто. У многих они отключена в хилботе, да и всё. Там нет всех как-то. Хоть 108 пати. Тут Вуду. Почему, мне кажется, оно так тут хуярит, блядь, по той причине, что тут, походу, усилков нет. Сука, вся жидкость, нахуй, пролилась, ёпта, по компьютеру, нахуй. Неудачно. Кто, что по укусам? Сначала, кто первый укусит, блядь, кусаем, блядь, второго по ДПСу, нахуй. Потом так следим, нахуй, по ДПСу. Вам будет, по идее, танки озвучивать, нахуй, что кого кусать, да? Да, я озвучу. Главное, ну, всё, первое, давай. Начали РДДшника кусать. Хилов ни в коем случае, только если проебываете в крайнем случае. Чё, Рычана, готово. Ага, диди, бля. Да, я выставлю, но... Ты чё, пивас сделал? Потом ты повытираешь свой ком. Ты заправлял жишку, да? Жишку, нахуй, у меня хуяк банка лопнула. Это пипетка, нахуй, хуйнула, ёбаный рот. Бафните нормальную лапу, нахуй. А, теперь у меня всё в жидкости, блядь, а. Так, чек на гатон, давайте последний чек. Это пятый. Да похуй. ШП тут. ШП, Эвен Врибль. Эксо-брунвай. Не отстану, вы ведь и так дрищи. Пейте, сука, фласки. Я дрищу. Всё тут. Нет, я фласок, кончились. Войт, а раздень нахуй весь шмот на варе. Могу продать. Все готовы, чё на пол? Танки. Это было неразумное решение. Бля, вы издеваетесь или чё? Милизону все! Милизону. Парк. Сбегитесь, алё, блядь, не стоим на месте, сбежались! Чё, кто, блядь, такой нахуй с пакта? Это... Бегли. Это варный. Тант. Гурский, блядь, на тебя был, не? Чего я сбегался, блядь? 10 раз, нахуй. Не бил даже, блядь, ты видишь, у меня ДПСа нет? Там Хан с зелёной меткой не добежал. Какая жалость. Блядь, на. А чё был проблема услышать в том, что все вы в милизону, блядь? Ой, добеги под носа, нахуй, пусть тебя шотнет. Так я там Вара. И был, просто захилили его. Войд Дефендера не хилим. Сейчас чё будет трать? Войд, раздень просто весь шмот. Сейчас я поснимаю шмот. Пиши не прилегу, я постоянно. Джурадо, чё ты сразу не забежал в милизону? Я там был, я просто решил, смотрю, пиндель, решил отойти. Нет, не отходите, стоите под жопой, босс. Я просто испугался, думал, бежать туда. Ой, кто-то ушёл. Что у вас за вагон в рейде? 0 итем левел. Как так? 4-й пати.
И к нахуй его, еще и осколки какие-то, сука, забирают. Ёба, я голый. А чего вы все лежите-то на? Сука, блядь, и в кофе жижку. Ладно, пролил. Как ты кофе с жижкой, блядь. Попил, покурил заодно. Да, блядь, вообще пиздец. А чё, вар словил укус, да, нах? Да, выхухоль словил. Да, ты словил выхухоль. В смысле, в прямом смысле, укус словил ты. Если чё так. Роящие сети. Укус вампира на выхухоль. Че ты ржешь? Да тут мой дед бежит голый, короче. Какое дело? Твыся, иди сюда. Где Твыся? Не показывает Твыся. Зекс сбежал. Турбой спешит, Зекс сбежал. Я все лечу, все расскажу. Так быстро умерлась рыба, даже не исчезла. Нет, я ее поставил только что. А, я думал, рыба не успела исчезнуть. Давайте, у нас еще два трая на нее, блядь. А че так? Ну что, блядь, некоторые люди потом у нас окнутся, вот и все. Юбилей, ну, 20... Чего 25-ку хэб мы не идем в выходной? Ну, ты соберешь ее в выходной, без проблем. У меня выходные, выходные. У меня, да, выходные выходными. У меня нет сейчас времени. И собирать вставай. Выходные. Хорош. Саджира, что, шкаф поставим, может? Или уже все добежали? А, вон, набегает, троица. Саджира, а ты откуда звонил мне, блядь, 915 нахуй? МСК? Да ну нахуй. Твыся, смотри. Я думаю, блядь, сейчас позвоню в какую-нибудь, блядь, к Францию, нахуй. Так, чек на готовность. Void Defender не хилим, пусть он нахуй сдохнет сразу. Жри рыбу, лачеданно. Ты там голый скелет бегаешь, что ли? А скажите мне другое, мы вроде в Гере, и вроде это на данный момент самый сложный для нас рейд. Фласки выпить самые обычные по 50 голды, это тяжело, наверное. Джураде, Задруг, Лочедан, Монарот, Эвинар. Это можно так же самое отнестись ко всему остальному, к хилу, да, и к ДПС. Ой, кинь обмен. У меня только каменной крови есть. Пуги также кинули обмен звезде. О, я первый. Вы, блядь, не проебывайте ханты особенно, блядь. Только на вас, блядь, будет сбежаться. Так, где Радок? Это кто? А, Шуман. Сожмите все в одну кучу, блядь. На ком лужи кидается? Да какая это, блядь, вафли тактика, нахуй. Вафли. Это нормальная тактика, просто все сбежались. Половина стояла на ступеньках, а половина была в вафрейме босс. Худому. Еще кому-то надо? Вон, худого нахуй. Дальше. Еще кому-то надо? Фласки пробили. Иди, блядь, трусы постирай, заебал. ШП, монород. Фласки пробиваем. Ну вот, сними баф из себя еще, блядь. Все готовы, отчет на пол. Забегай в этот войдом под боссом. Я забегу после того, как тебя шотник нахуй. Неразумное решение. Ладно. Хорош. У тебя не получилось. Факт. Угу. Встаньте в кучку, пожалуйста, кроме хантов. Вообще дамага нету. Мосс.
что так лужи вперед тебя вызывает? Ну? Факт. Кого угу. кусать, говори. Горского. Нахуй меня, я вообще тут ничего не понимаю, блядь. ШП, Энвер, блядь, как там тебя, да. Эксер. Пиздец, не конечно. Чу, это ты меня укусил, блядь? Да-да, все нормально. Турбо, дальше кусай Хота. Гушки, дальше кусай Выхухоль. Саджира побежал, красавчик. Сейчас баган Хот падет. Он центре кроплет разлил нахуй так, блядь. Осторожно перед тиром. 10 секунд перебегать надо. Тотем, шамана, тотем и трепета дали. Побежали все в центр. Центр, кроме танка. Кенни мастерал. Блядь. Не забывали, не забыли кого укусить? Прожимки, прожимки, отдайте танк. Даю прожимку. Алиса, дай прожимку. Не дала уже. Ренжу наберите. После, как приземлиться, все сбегайтесь. Отлично. Под босс. Дальше что по укусу? Я неправильно укусил. Меня кто-то укусил в кейс. Блять, молодец. Этот первый апати фриз на ману гим. Носа побежал. Все даю. Давай я Хота укушу. Уже осторожно, осторожно, прохитим. Хота кусай. Выхухоль, кусай Куси Магнит, Турбо, кусай Лилоучик. Алиса. Кусай, пожалуйста, пана. Ты знаешь, Лиса, как? Угу. Факт. Угу, тени готовимся. Лиловочек убежал. Угу. Джованни, если что, не надо кидать. Я забрал босса, укуси. Я укуси. Угу. У меня КД прошло, Джованни. Факт. Ага. Готовимся. И... Все в центр. ШП побежал. Центр, центр, все. Дальше укусишь Зерадога. Или кого-нибудь типа, укусишь. Прожимки 22 секунды, ребят. Второго хамта, блин, надо кусать. Да, да, да. Отдал, да. Я тебя что-то укушу. Я его укушу. А ты под укусом так и будешь. Прохил. Прохил. Блядь, да, прохил, блин. Не срочно. Пана, БРдите. Все под босса. Под босса. Даю баф. Покусали там ДДшников. Блядь. Гера. Уже рост. Моса побежал. Геру. Тридцать секунд, издавайте. Юбилейный побежал. Сколько там хп у него? 6. 6. Давайте больше ДПС отдаем. Готовьте бабы. Хотя должны убить. Изина. Надал прожимку на всякий случай. О, блядь! Чего, чувак? Ебать! Моя шея, ну, сука. Тебе так понерфили. Класс. Так, походу все профа. Какая патия? Профа пойдем? Не, не, не. Нет смысла. А, восьмая, вот вижу.
Так. О, ты что, его можешь отдавать за босс? Так, ну, блядь, когда вижу, я отдаю. Я сейчас его увидел. Шея, роллим. Блядь, ролл на. Ну, теперь пиши 9 из 12. Из 12. Ну, да. А, Войт тоже роллит. Вохохоль, блядь. Ёбаный в рот. Такого выхохля какая шея ему? Блядь, Джованни, чё ты именно на этого босса решил прийти? Вот, объясни мне. Так, выхухоль. Угу. А у него не шея с острова, да? Ну, блядь, если с острова, он нахуй не даже не отдаваем. Этот... У него с острова кта. А нахуя ему тогда эта шея, блядь, если да. Это не бисер. Так, да, блядь. А, тут ты еще. Пофа тройнем. Так, дальше. Знак священного завивателя. Все, всем спасибо. Спасибо. Так, всем спасибо. Так, а сейчас я на этот переведу. Соответственно, будем ролить по этому. Так, Зуэлла приоритет не выше моего? Нет. Геровская твоя. Дальше. Мою печенюху, дай. Так, это ты выше, да? Да. Ну, выше пана. Кто там еще ролит? Далее, сейчас начислю по ГП. Сколько у нас уходит? Раз, короче... два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно, всех этих зачислили. Томас, 5, Томас, вар, выхухоль, отдал печеньку мастералу. Не, ой, печеньку шею отдал, давай мне ГП за нее. Я же сам начислил. Сейчас. А чё, я выше тебя, не? Не. А, да. Да. Ну, я у него упросил вообще-то, блядь. Нет, это я сказала отдать. Да, Твыся, это Твыся. Я только что хотел тебе писать Твыся, умоляю его, пожалуйста. Я не умоляла, он сам... Подождите, не орите. Человек хороший, он просто пошел помочь. И по-человечески написал, типа, шею не надо, отдам. Я говорю, отдай, все. А ушла бы как бы это приоритет. Ребят, так, Пуся, тебе на рогу дайте и пышку. Ой, тебя вдал ранее. Сейчас, братан. Пуси. Алло, прием. Это мне как раз там надо будет менять этот аксессуар, который, ну, понял, сика. А у меня как раз КПРП был, ну, пух. Найс. Завтра за в это же время, да, начнется пост. Да, как стоит на 6.30, так и будет. Как там рога называется? Транквилити, да? Ребята, чтобы не одевать пуга, вот вы сейчас возмущаетесь, Мося. Нам просто не хватает онлайна. Мы так и будем их одевать, пока люди не начнут приходить между. Сколько у нас пугов было? 3 человека или 2? Ты не помнишь. Где Шреддер, где Вудшейпер? Шреддер уже с ГП сидит. Где Эксцесс? Вудшейпер было полтора часа до работы. Мосс.